В спорткомплексе «Красная звезда» сегодня вручают медали и кубки. Лучшие футболисты, тренеры и арбитры чемпионата Омской области получают заслуженные награды за сезон 2013 года. Молодая футбольная команда «Динамо Юниор» стала бронзовым призером прошлогоднего чемпионата. Звание вице-чемпиона заслужили игроки «Сивгувка». А лидировала в турнире в 2013 году опытная дружина «Авиатор». Организаторы чемпионата также определили сильнейших по амплуа. Нападающий команды «Авиатор» Сергей Ступаков получил лучшего бомбардира. Вместе с одноклубниками сегодня вспоминают моменты прошлого сезона. Безусловно, сезон легким не был. Интересных матчей было масса. Наша команда уже существует более 15 лет. Ну, новые игроки приходят, пополняют команду. Молодежь приходит. Но основной костяк у нас всегда сохраняется. Отметили на церемонии и арбитров. Дочь известного омского футболиста Сергея Топорова. 20-летняя Анастасия решила связать свою жизнь с футболом в качестве судьи. Это всегда интересно. Любой матч имеются свои моменты, назначение 11-метровых ударов и так далее. Все это очень интересно. Чемпионат Омской области образца 2013 года был интересен еще и тем, что проводился по новой системе, которая добавила соревнованиям и сельского колорита, и высокого зрительского интереса. Впервые мы так организовали соревнования, что у нас было две группы. Группа сельских команд и группа городских команд. Вот, например, в сельской группе участвовало 24 команды, в городской группе 13. И в финальной части три лучших команды сельской районов встречались с тремя лучшими командами городских. Причем эти соревнования, эти встречи проходили в гостях у сельчан. Сельские команды уже могут или стараются подравняться к уровню футболистов из города. Это нас радует. И я думаю, что мы оставим, наверное, эту систему розыгрыша и на следующий год, на 2014 год.